Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Когда Аллах любит людей, Он посылает им испытания. Если же они проявляют довольство, то они получают довольство. Те же, кто проявляет гнев, заслужат только гнев. Другая версия этого хадиса. Поистине, величина наград соответствует величине испытаний и бед. И поистине, если Аллах любит какой-либо народ, то посылает на них испытания, беды. И тот, кто проявляет довольство перед испытанием, тому же довольство Аллаха. Те же, кто гневается, тому гнев Аллаха. От Тирмизи ибн Маджа.